Вот Де Пьеро не пошел туда. Угловой. Гол! Успокойтесь, господа корейские зрители. Это означает жест Кристиана Вьери. Монстр просто футбольный. А вот интересно, если вместо защитников одного, двух, трех поставить некую железную стену, а ну не слишком, может, большой толщины, пробьет, не пробьет? Просто бизон. Один ноль. Итальянская сборная впереди. Вот такое начало нам команды подарили. Еще полтайма не сыграно. А уже есть пенальти, нереализованные в одну сторону, и гол в другую.